никто не смотрит. Потом. Фонд развития индустриальных парков, да? Ой. Региональный, да? Почему региональный? Федеральный? Федеральный. Ну тогда и федеральный, и региональный. Должен же быть какой-то Давай фонд, к которому федералы не получат доступа. Федеральный и региональный. В 30-м году. Там долго ждать. А 27-й прямой. Региональный в 27-м, а 30-м федеральный. Лучше наоборот. О, это, кстати, вы... А в 35-м межрегиональный. Международный. Ой, сейчас мы это, да, Остапа несло, да? Сейчас. Там, наверное, глагола не хватает. Сейчас мы глаголом жечь всегда. Выделил 11 ярдов. Сначала федеральный или региональный? Сначала федеральный. Нам же развиваться надо. Татарский мы всегда потратить успеем. Сперва федеральный. Да, сначала федеральный, да. Да даже если татарский не появится, федеральный решит все вопросы. Наши. Наши. Все наши вопросы. Все наши татарские вопросы. Так, ну это надо было. Перестарался. Это будет не главная, не первая строка, но зато мы вот сейчас... Про ассоциацию говорили, неинтересно эту историю создавать? Комитет будет еще помыть? Ну да, вроде комитет, если надо, можно это делать, но это же опять в ассоциацию, ее надо содержать. Вам разве кто-то нужен еще? Нет, ну банкеты все проводить. Если надо, давайте сделаем это в Тинькове QR-код, кинемся, да и в Новошишнинске гульнем. Да, воздух хороший. Вода чистая. Вода чистая. Нет, ну с точки зрения помощи резидентам, что продвижение, какая-то байна. Была идея, только никто не решился рулить этим сложным процессом. Оно функция ассоциации не сможет выполнить по определению. Некоммерческий? Да, да, некоммерческий. Самое сложное оказалось мероприятие, да? Почему чаще? Так. Ну тогда, как стать ежиком, это вопрос мне всегда. Мне кажется, просто проблема в том, что слишком далекий горизонт, Наталья. Вот, помогите нам, пожалуйста. 27-й год, это все уже должно быть. А мы тут еще это там на 35-й затягиваем. А давайте не внесение изменений. Мы в 27-м году, хотелось бы, чтобы с внесенными изменениями мы уже участвовали в этом программе. Ну, давайте напишем. Работа. По новым проектам, да? Ну да. Участие в измененных программах. Да, участие. Не, подожди, само по себе внесение. Так оно завтра? Нет, сначала внесение изменений, а потом работа. Тогда нам 25-й год. Но у нас не хватает 25-го, 24-го года. 24-го не хватает, да. Ну тогда все в одном окошке. Все в 27-м. Вам легко говорить, мне же это рассказывать надо будет. Вот если вы перед цифрой 27 поставите 2024-2027, то тогда Сергей понятно все будет. Спасайте, так я же говорил, волшебная губадья. Я даже готов спорить, что наши... А мы не можем эти цифры делать внутри окошка 2024-27? 27 здесь и оставим, как 27, как итоговую. А вас накажут, да? Ну, нет, я думаю, лучше оставить, как хотят, по требованию. А вот в окошке сделать 24-27. То есть пишем внесение изменений в 2024, работа в 2027, да? Ну, тяжело будет. А 25-26 год курим.
Не, не подача, а уже это... То привлечение финансирования? Да, 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 да. Тогда почему работа только 27-го началась по этим постановлениям? А мы здесь напишем 25-й? Мы, короче, ломаем систему. 27-го у нас просто не было 25-й колонки. Ну, да, да, да. Привлечение финансирования по два парка каждый год. Кроме Химграда и Кипмастера. То есть по одному парку? Почему? Ну, типа три. То есть Кипмастер и Химград должны же привлекать деньги? Кто задачу не снимал? Опыт подсказывает, что в один год ходить с вами, быть разменной монетой для следующего года. Да ладно. Нам пока не надо. Некуда. Так. По три. А 316 зачем отдельно выделил? Может, его туда же? Это другое министерство. А, мы же можем как с барьером поступить, да? Мы можем объединить министерство в вашей презентации легко. В рамках одной башни. В Москва-Сити. Одними теми жилищами ездят. Ну, давайте. Здесь пишем. Блин, а как? А я сейчас с этой... Ну оставь, там лепим очень много в одну получается. Слип во спортивных парах сейчас жаловались, что в этом вузе нет лифтов. Господи, блин. Там есть же лифт, там дверь, лифт. Зачем он? Для здоровья. Я открыл эту дверь, там стоит настольный теннис. Вот. Пришлось заглянуть глубже, там лифт нашел. Все для физвоспитания. 2020, значит, с 28 года, да, по 2030 по 5 парков. Ну, Шиш Минск уже добавился. Ну, конечно. Это мой самый любимый парк, между прочим. Это мой самый любимый парк. Когда федеральные субсидии получали, Яшина говорит, это же две очереди. Я говорю, нет, одна. Ты чё? Я говорю, одна. Везде написано, что одна очередь. Да не может быть, чтобы на одну очередь столько денег. Я говорю, там всего 53 миллиона. Ты, господи, чем просить? Или 37 сейчас? Смотрите, мы тут начали почему-то в головах, мне получилось, да? А нам надо же квадратные метры. Чё в головах? Ну, в смысле, в штуках, парках. Так просто короче, но... Там это... Но заявка-то не к квадратным метрам будет привязана, а к инициатору, к управляшке. Ну, то есть мы должны заявить 100 тысяч квадратных метров. Вот даже, кстати говоря, вот смотрите. Это... А уж как они будут нарезаны на парке, нас вообще не интересует, да? Ну, пусть будет там с 28, 29, 30, надо 200 тысяч квадратов сделать, да? То есть, получается, здесь у нас должно звучать... По 200 тысяч квадратных метров... Не, там за 2 года, за 3 года. То есть по 100, по 70 тысяч квадратов, да? В год. Да. Угу. В, убери еще. Нет, привлечение финансирования для тогда, да, строительства, да, 70. Для подготовки. Для. Или просто оставь для, понятно для чего. Ну. Для ввода 70 тысяч. Все. Тогда здесь привлечение финансирования для как думаете, что должно быть в этой ячейке? Сто? Чисто легко пересчитаем. Там 5 лет теперь уже, да? 31 и 31. Заодно проверим верификацию. Сходим их показать. Нам надо 300 тысяч на 5 лет разбавить. По 60 тысяч. О, докладчик пришел. Да.
Смотрите, у нас здесь 60 тысяч получается. Маловато, да, вышло? Или нормально? X мало, давай Y. Не, ну тут получается 60. Ну и ладно. Так 5 же парков и 300 тысяч квадратов. А кто не умеет умножать? Не, я жду квадрат, сейчас напишу. 60. Вот так получается. Ну да. Может дописать 5 парков, да? А? Количество парков написать? А мы не замедляемся же. Замедляемся. Почему? Ежегодно замедляемся, да? Да, понятно. Ты не в мою сторону смотришь, а на девушек. Слушай, ну тогда целевые показатели там надо менять, раз у нас 5 лет. Значит, мы там слишком это... Сколько поставим? Если здесь поставим 8, 10 на 5, это будет 400, да, ведь? Угу. То есть, значит, надо здесь прибавить 400, а не 300. 2700, да? 2700. Теперь нас уже нельзя. Так, и здесь тогда надо этот. А если мы напишем внесение фаивами изменений в постановление? Да, и перечислять все тогда. Какая разница, чьего ведомства они? Просто корректировка постановления написать все. Просто корректировка? Так будет короче, в смысле, да? Ну да, вместо трех слов. Корректировка просто ты. Вместо четырех. Предлог. Корректировка. Не надо. Оно не склоняется. Убери маленькие буковки. И все, да. Или вообще просто корректировка. Тогда влезет все в одну строку, наверное. Изменения. Так. Теперь что? Нас наполняет. Запиф, нас да? Запиф, да, точно. За смысл его выделить в отдельную меру? Может быть, туда же? Куда-нибудь? Ну, подожди, это другие постановления, 794-е. По идее, мы тут должны зайти на тему частных денег. А, ну да, там фонд, здесь стандарт. Ну да, да, спив тогда. Давай фонд поставим. А у нас еще есть что-нибудь? А можно еще к целям? Ой, не к целям, а к этим. Сейчас. Вот. Барьерам преодоления. Платформы у нас нету. Ну так она сделана уже. Вот там, где фонд развития промпарков, туда же через запятую написать СПИФ. И СПИФ, да. Что такое СПИФ? Закрытый. Да. Кипмастера с Химградом. И на полиса, и ОЭ за Алла будет. Крупники скидываются для мелкашей. Вот. Нет, что, я бы, потому что СПИФ сложился. 300 квадратов, что там, сколько ж меня надо? 1005 хватит? Я буду один пай только, один пай. Давайте, кто будет диктовать, у меня есть буквы. Могу ровным слоем рассыпать их поставить. Ладно, давайте. Внедрение механизма, СПИФ. Нет, СПИФ мы в этот вон. Не, не надо. Пониже. А давайте пойдем по поддержке, да? Вот у нас есть скидка у стандарта команды управляющих компаний. А может быть, вот смотрите, вот в нижний ряд, вот в этот, платформу поставим на первое место, промпаркеры, а эти сместим. Они одной целью решают, да? Ну, как будто да. То есть, ну, это работа с управленками, их функции, их предпосылки. Сделаем? Сейчас надо делать. Что именно? Еще на обучение. Вот доехали. А что если нам про платформу Промпарки РФ написать, что к 35-му году 2000 транзакций по передаче резидентов от одного к другим уже произошло? В месяц.
из других регионов Татарстана. Из других стран. Да-да-да. Но это не мероприятие, это результат. Это результат, да. Да платформе не надо столько лет. Да не надо, вот в том-то и дело. Она в 25-м году должна уже... Платформа уже есть, ваша. Да, тем более. Все, короче, мы... Вопрос анкеты, корректировки. Вот это не будет же... Да-да, заставить всех туда писать вакансии и заявки. Костя, знаешь, что теперь, когда к тебе резиденты будут приходить, ты их должен кипастер отдавать, а он размазывает их по республике? Не-не, там просто ссылку надо QR-код давать, и все. Он знает, он тоже кипастер уже, там любой компакт может регистрироваться. Да. Он был, я зарегистрировал. Вот видишь, я уже опоздал. Костя уже все сделал. Знаешь? Рассылки все равно. Пока нет, тут вот. Ты платформе одного толкового резидента, платформа тебе двух толстых. Там большая проблема в обратной связи. И как вот ее добиться? Мы же можем сейчас с вами на тему тоже поразмышлять сразу после... Просто тут обзваниваем обычно через месяц. Это как у вас вот столько сил хватает? И с каждым поработать, и там... И про... Ну, ради интереса просто последние, там, сколько 7 заявок обзвонили, результаты, там, по-моему, будут троить. Пускай Казань пишут в конце там. Где место Казани, возле Казани, и все. Да, основное большинство все пропали, даже не звонят и не предлагают, что нет, ну, вот только Казань. Это самое поменяли, Казань, прилегающие, а также прилегающие район. Районы, он этот самый, как он называется. Знаешь, последний момент этот заявился, наверное. А, про этот? Ферма? Майнинговая, которая? Не-не-не, другого региона. Сейчас все секреты, кстати, раскрывают, это? А, это те майнеры, которые мы тогда... Амельтех вот поменяли, у него 5 лампов. Даже тюльчи там нашлись. Куры, зеленодоськи. Майнинг там только в ОС Алабуга. На подстанции щелка сможем их вместить. Майнинговую ферму хотели вместить, это понятно. Они не знают о существовании Иркутской области. С тарифом рубль. Они хотят здесь. Все хотят возле дома, понимаете? Людям как пишут, что... Да. Огурцы выращивают наверху. Мне почему-то кажется, что это прибалты какие-то, эстонцы, наверное. Там уже все сказали, майнинг, он умрет сразу после введения цифрового рубля. По-моему, поздно уже заниматься майнингом-то. Мало вот этот пошел на второй. Не. Абхазия, я думал, ты Абхазия. Особая майнинговая зона? В Абхазии. Вообще-то, конечно. Поэтому все там, все оттуда идут. Почему? Я предлагал этим платить QR-коды сверху. Кстати, надо раз представить вам стратегическая сессия по внедрению майнинговых ферм на территории Татарстана. Сколько специалистов сразу образовалось. Нет, надо эти парк продать майнинг. Сказать, эти парки майнинги, майнингеры, все ваши. Да, да. Просто закидывайте на промпарке РФ, мы будем передавать. Да. Легализация инструмента или разработка инструмента? Там надо как-то, это же не разработка, инструмент есть, я никак не могу. Адаптация? Внедрение. Нет, а зачем мы это дальше делаем? Пока текущих к процедурам, да? Их нельзя считать индустриальным банком. То, что находится в СПИФе, не может считаться индустриальным банком. Юридически есть ограничения на использование активов в составе СПИФа. А на сколько таких? Пока нет. Но если будет возможность... В части «возможно» замени на одно слово «для». Да, спасибо. Или что-нибудь вот это... Или... Да. Или «к» аккредитации. Не надо там. Кстати, активы в составе СПИФ, они же... Там есть определенные льготы. Ну да, в итоге как бы ковка с получением льготы в ГО. Нет, так
раньше главный источник налогов для государства от иностранных парков — это резиденты. А они остаются в общей системе. Это только управляющая будет. Вычет не получит по НДС постройки, наверное, да? Ну, это же все в 27-м году случится. Так, а вот здесь пишем 24-й год. Да, Марат? Своим 24-м году. Блин, а почему 2035 получит? Я думаю, можно успеть, если... А почему нет? Так, фонд развития индустриальных парков. Давайте мы напишем спереди федеральные, да? Федеральные. Отбирать деньги у богатых. И не отдавать никому. Сразу назовем его Шеровский лес. Мы комитет переименовываем Робин Гуд. Шеровский лес и его обитатели, да? То есть докладывают Робин Гуд. Так. Нужен глагол. Я согласен, здесь не хватает глагола. Создание, что ли, он уже существует? Финансирует. Давайте, создание. И пополнение. Ну, да, мы сейчас скажем, что давайте запас дадим в 25-м году. Тогда скажем, создание федерального фонда. Организация, типа, только создание же. Давайте напишем налоговое отчисление в фонд. Что нам создать-то? Три месяца работы. Оп, уже создали. Да. Обычные. Я вообще. Обычная минфиновская процедура, всего 5 лет работы, да? Да, вот, а вот наполнить налогами, вот это. Это вот работа. Нет, смотри, если 5 лет, то тогда 26-й может быть, тогда 27-му году давайте сделаем, скажем. Если 26-й, лучше не выполнить данный случай. Ну, смотри, опоздать. А давай напишем финансирование из федерального фонда как мероприятие. Как уже свершившееся. Да. Не, подожди. Не только сначала создание, а потом финансирование. Ну, Наталья, вот вы же согласны с нами, что мы не можем? Мы согласны. Да. Но есть регламент, есть правила. Есть... Так и скажем, Олег Владимирович, мы очень хотели сделать в 24-м году. Мы же можем написать создание, финансирование, и все в одном 27-м году все это сделать. Ну, до 27-го. Написать мы можем все, что угодно. Буквы, тупо, создание, финансирование, освоение рубля. Да, да, да. И освоение. И закрытие. И ликвидация. Отлично. Тогда точно Шеронский лес. Арест генерального директора. Ну, капец. Банкротство фонд. Собрал Володина, не смог распределить. Да, да, да. После ничего. Подождите, не отвлекаемся, давайте еще раз эту таблицу. Создание, финансирование и банкет фонда, федерального фонда. Создание, финансирование. Ну ладно, без «и». Может, расширение тогда что-то? У него же цель аккумулировать и распределять. А мы его только финансируем, а делится-то он когда? Мы на следующий этап цикл. Он начинает работать. Тогда между финансированием и федерального слова «из». Создание и финансирование «из». Да, понятно, что он уже пополнен. Тоже неплохо. И шо? «Из» федерального. Да. Отлично, да. Вообще, если по-русски, то он переформулирует. Создание федерального фонда. Да кого ты интересует, Костя? Ты еще, какую по-русски? Финансирование из него. Печатают татарские пальцы. Ты-то свеженький пришел, мы тут уже 2 часа работаем. Надо 4 дня иметь то, что мы тут собираем буквы. Скребаем со стен. Тут все разбросались, эти мысли. Так, адаптация инструмента. Я думаю, что если надо написать деньги,
сколько деньжищ? Или сколько саккумулировал? Сколько создали фондов, например? Фонд создается от 3 лет, как раз получается, что 3 года будет фонд, стоимость активов, наверное. Может, актив, чья там. Но это опять результат стоимости активов. Ну, оценивается. Хотя, ну, что, создание фондов на какую-то сумму, да? Динамика изменения в цене. Мы же говорим, что это может должна быть. Я так понимаю, следом за этим будет перечень поручений, да? Конечно. Народная карта это по фамилии. По фамилии. А кто фамилии будет называть? Тот, у кого клавиатура, да? Стоимость активов. А сколько активов поставим? 10 миллиардов? Не менее одной, представляешь? Не менее. Не менее. Сколько миллиардов? Сейчас с нуля. Это туда недвижка войдет, да? Недвижка туда войдет, да? Сейчас на данный момент цены в Гринфилд создает 20 гектар миллиард. Что просто для расчета. По полтиннику. Управление активами от миллиарда. Ну, нет, вот понятно. Сколько мы, какой цифр достигнем к 30-му году? А как мы это по Татарстану или по федеральному? 10. Уровень какой-то. Татарский уровень. Татарский? Нет, татарский уровень или федеральный? Да. Да, ты меня слышал? Татарский, федеральный, местный, Татарский. Там Лиза что добавляешь, подожди. Слушай, совсем все печатает. Смотри. Как никто не сказал, остановите. А. Еще миллиардов. 20, наверное? 10 миллиардов. Что 110 миллиардов? Ну, 20, это тут можно. Считайте 7-8 миллиардов. Умножайте. А, нам надо 300 тысяч квадратов. Вот, да? Еще раз, 100 тысяч стоит 7-8 миллиардов. Ну, короче, десяточку надо. Здесь, мне кажется, будет много. Короче, прошла пора пробовать делать за 400 миллионов 30 миллионов. Просто мы сейчас считаем, что... 25 и для пробы. 200 миллионов это прошло пару уже работы. Да. Какой, 30-й был? Да. Да, да ладно, давайте. Да, но не на 3 года, а стянули, как бы, тоже ярче. И там, 680. Друзья мои, осталось 3 кусочка. И потом обеденные талоны сдаем. А, черт, надо уже раздавать. Нет, уже надо раздавать, да. И давайте определимся, вот у нас остается 3 кусочка, во сколько мы встречаемся. Вообще обед у нас начинается в 13.45, заканчивается в 14.30. Мы до 15.00 должны итоговую презентацию скинуть в облако. И сколько на минут там потребуется? Нам же 20 минут дали на все про все. На обед на 20 минут дали. 20 минут дал. 45 минут. Ну, у нас, да, вот здесь написано так, Сергей. Да, 45 минут. Но все слушаем Олега Владимировича. Да. Не важно, что здесь написано. Мы тогда идем сейчас, обедаем и возвращаемся обратно. И на обед у нас 20 минут. Блин, страшно это оставлять, а можно как-то Да, и уж. Закроем кабинет сейчас. Нет, результаты трудов-то сохрани несколько раз где-нибудь на всех рабочих столах. Мы же не воспроизведем это. До 6 часов вечера нам